Доброе утро всем, кто сегодня с нами во время прямой трансляции с набережной. Мы находимся, ну, как в городе Южном, на объекте, который сегодня будет сдаваться. Вот вы видите приготовление кончины при въезде. Также можно было наблюдать, как работает порядок клумбы, работники экосистемы. Будет сдаваться в эксплуатацию вот данный фонтан. Он уже работает. Собрались представители разных служб коммунальных и в ожидании городского головы, который будет принимать работу данного объекта. Уже готовые колоннады, площадки, беседки. Но еще не до конца все объекты готовы к тому, что лестница вниз пляжу, а также на входе в парк продолжает работать техника. Что у нас? Воды добавляем. Вот уже всем добавляем. У нас здесь достаточно низкая связь. Будем надеяться, что вам все будет видно, слышно. То, что будет сегодня происходить здесь. На пляже. Представители пресс. Вот здесь представители УПСа нашего, застройщиков. Дмитрий Любивый также подходит. Сдача данного объекта была назначена на 11 часов 9 июня, 4 минуты. Мы включили дистанцию, чтобы проверить наш транслят. Вкратце рассказать вам о том, что здесь будет сегодня происходить. Депутаты Южного горсовета также собираются здесь. Не все, но тем, кому это интересно, возможно. Вот мы видим, собираются представители статского корпуса. Наконец-то мы дожили, даже погодили, что нам не сделали. Общественный туалет показывает Дмитрий Валерьевич. До свидания.
Вода закончилась. А, Вик куда-то ушел, перекрыл мост. Вик, где вот В данный момент еще нет присоединившихся зрителей, поэтому расскажу сначала то, что рассказывала до этого, что сегодня будет происходить объектов на набережной. По сути, в эксплуатацию будет сдаваться эта часть, где находится фонтан. Вот уже проведен пробный его запуск. Вот полностью весь объект еще не готов, так как еще готовятся лестницы. Но мы видим, что приготовление, работа продолжается. Вот работники эко-сервиса высаживают клумбы и продолжают над этим работать. Вы сможете сегодня в прямом эфире, нам будет заново объект. Все ждут, когда появится происход. Ну идет съемка, идет телевидение. На самом деле центральном кузове кинули. Где у нас свет? Кто у нас принимает работу? Где у нас эко-сервис? Кто тебе сказал, что будет директор? Людмила Николаевна, где? Ты меня понял? Конечно. Да, поэтому ты вот это должен быть за главного приема. Вот я сказал, что ты будешь над директором всего до миллиона. Ты меня понял? Вот ты меня будешь здесь директором, директором всего курса что-то. Вот пропустишь, да? Ты будешь потом исправлять, если ты сейчас не учтешь. Хорошо? Ближе ко мне я буду. Если не будет ответственность, то понимаете, не заснуть.
Что здесь не хватает? Надписей никаких не будет, все это будет в чистом стиле, в греческом таком варианте, да? Снизу у нас тут все как бы отработано. Да? Да. То есть название не будет? Не, зачем? Пока нет. Если что-то потом придумаешь, никто не принимал решение. Как бы здесь название. Может, но пока мы не готовы. Да, мы не обвесим. Может, где-то в перспективе как тут парк Приморский, у нас по документам. Может, так идет. Забор мы в перспективе. Смотри, я хочу сразу сказать. Вот это мы делаем стоянку. Вот эту стоянку. Помните, когда у нас первые стоянки были здесь с этим вот? Спортивная резина. Транспортянка должна вот такая быть. Вот она будет с такого. И вот она готовится. Это будет стоянка практически вдоль всего парка. Потому что и один из первых вопросов был, а где это можно, а где будет машина. Поэтому мы решили, что это будет сегодня забор менять. Придет лучшие времена, и забор будет меняться. Но я хочу сказать, что это только начало. Пляжно-парковая зона от мили его осваивается. Каждый год что-то будет, какие-то детские площадки, какие-то прогулки, пешеходные прогулки, какие-то будут там, я не знаю. Это сейчас проектируется, и все, и заборы будем менять, и все будет. Но со временем. Начало есть, я думаю, что один год не понимали. Или уже начали, я не знаю, что. Вот такой вход делать и... Там, вот при в том ходе, на таких вот два входа. Это центральный вход, и там тоже вход, он сегодня красивый, нормальный, там и автобусная остановка, и будет подходить туда стоянка, авто, эти вот, машин стоянка и так дальше. Вот такие. С этой стороны будут делать бизнес. Я тем более сегодня будет меняться. Слышишь? Правильно замечание. С двух сторон. Надо вот с двух сторон покрасить немножко забор будет до 28 числа. Праздничное такое будет здесь шествие, День Конституции, поэтому надо здесь привести немножко. Так, пошли тогда. Так, вот это как-то будет здесь цветочки, что застраивать. Вот здесь что-то у нас будет. Я тебе расскажу. Вот что здесь будет? Будете что-то еще кроме этого? Нет. Или уже не пахнет? На первом этапе нет. Хорошо, нет по проекту, значит нет. Мы сегодня должны... Мы должны... Мы должны... Как бы это проект. Вы идите рядом, потому что тяжело, если не знаем, что. Так. Здесь у нас тоже вот здесь будут однолетки, здесь тоже однолетки. Да? Я хочу вот сколько хватит. 28 числа будет однолетки. Вот через 3 дня мы засадим все. 6 тысяч. А вот здесь вот эти. Вся клумба будет вот однолетка. Только посередине по краям. Вот однолетка. Вот там однолетка. Не, розы. Ну, розы уже позже. Эти однолетки не уйдут. Да, на... До сентября месяца. В сентябре можно делать розы. Да. Вот он все принимает. Вот мы сегодня сдаем. И вот 12 часов он принимает. Готовки к торжественному открытию. И не только, вообще. Не, ну а потом. Так, ну давайте мы подойдем тогда в беседку. Да?
дядя, ну вы знали, когда было пройти лучше? Что вы мне рассказываете? Ну так что, это что, Петра на так, в скамейке, говорят, не совсем удобный, но я не хочу. Здесь в беседке... Уходите, м***ь, ты не спать. Принимай, да, здесь не спать. Так, хорошо. Нормально, что не спать. А? Оригинальные? Необычные. Да. 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 Хотели менять. Было... А потом да. Они необычные, нестандартные. Что-то должно быть не было. Это туалет, но он еще не закончен. Я думаю, 28-го он будет сдан в эксплуатацию. Это одноэтажное здание. Здесь будет площадка у нас. Нормально, что здесь он не будет смотреться, поэтому его немножко спрятали. А там деревья. Они, дай бог, прорыв был здесь. Да, а здесь постачка, когда 28-го, еще арка. Может быть, камерная какая-то. Да, да, это мы... Но, а в перспективе... и удастся, и что, чтобы здесь поставить какое-то детское кафе для сока, для ваты, ну, здесь должен был быть туалет, туалет построили там, они здесь сделали как бы это вообще. Так, теперь переходим к нам. Что у нас здесь? Но учитывая то, что здесь есть диплом, если его сделать заход, то он будет ну, как бы не гармонировать с полом. И поэтому решили просто заход. Надо сделать хотя бы так. Ногами вот это. Если только начнется. Но, не, хоть что-то, я не знаю. Или оно не будет. Понимаете, потому что для дуклов оно если будет это вот это. Сама отмостка, она будет неровная, потому что она будет вот здесь, а там будет внизу, понимаете, она будет... Ровно, нет, хорошо, попробуй. Не совсем, потому что вчера уже скамейки, уже царапали. Хуи ломают. Не, ну я вам скажу, что извините. Так, по фонтану. Это, конечно, не цветные музыкальные. Извини, это для воды. Да. Фонтан, мы сделаны тоже. Сама вода. И так она смотрится, и руками под день вышли. Ночная подсветка. Ночная подсветка есть снизу, да. Поэтому оно может, и эту воду можно поднять. И ну, опасно, если бы ветер, чтобы вот эту плитку не просаться. Если выше, то ветер будет забирать. Ну, надо, ну, есть регулировать, да, и будет регулировать. Внимательно надо. Да, потому что может быть потом просадку давать и все. Здесь я хочу, чтобы все понимали, в парке подведена полностью вода. Здесь, в этой территории, вот здесь мы увидим на полив. Везде включать можно в любом месте.
всегда можно поливать. Второе, здесь канализация. Это очень важно. Даже туалеты, там еще один туалет строится. Здесь у нас была всегда проблема туалеты на пляж. Раз, два, четыре туалета. Я думаю, что четыре туалета. Это не было ни практически. Идея хорошая, не думали об этом. Но проект не ходил, а не, ну тоже не очень опасно. Это качество воды, это все. Нежелательно. Я думаю, что это пока не надо там. Везде под... И потом будем... Думали... Да, мы уже сделали. Пусть люди привыкнут, как теперь очки, что царапают. Пусть, а потом... Урны тоже не были. Урны у нас было повыше, потом решили ниже опустить. Нормально. Вот пробочка. Азмы молодцы. Да, мы фонтан увидели, хотели посмотреть. Но... Вообще, от 10 покоснило. Юрий Николаевич, да, 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 вот сделал. Это вот эти вот... Делали туры для воды, для сока, перед воды. Свет есть? А, скамейки есть, мы же вчера еще скамейки. И уже купаются на лодке. Все нужно было устраивать. По ту сторону, по ту сторону будет цвета. С этой стороны. Вот это с травой. Мы сегодня, чтобы все понимали, сегодня сдается от строителей. Строительство уже все. А торжественное открытие, это у нас будет 28 святых клубы, это уже другие будут клубы, делать. Да, да, но мы принимаем сегодня от строителей. От строителей. Так. Нет, есть вода, есть. Ну что, заменишь, ну что, обратите внимание. Это все будет задержнено, травка сеяна, цветы высаживаются уже. Ну это как? Это самого тела уже. Отлично. Это, эту акацию, там она есть, посадил почетный гражданин Южного Дремокоса. Обязательно. Надо садить, если она до сих пор. Вы и табличку готовите. Я тебе перенабираю. Теперь... Я думаю, что людям будет интересно. Вот на этом, где ленточка, вот это один проект. Вот это проект пляжно-парковой зоны. Это лаутрой пляжно-парковой зоны. Все. А вот второй проект, вот где идут работы, это, скажем, другой проект, другое финансирование. Это набережная. И вот здесь и две, и там тоже лестница. Сейчас туда подойдем, там больше уже есть. Лестница к морю. Самое главное, не лестница, самое главное, где его. Здесь бьются 12 свай. 12 свай 12-метровой глубины. И вот когда мы там, ну сейчас там уже засыпают. Вот когда они убирают, вот так все и делают. Подкоченные воды. Море. Поэтому здесь никто не... Мы хотели там 28-го. 28-го мы сдадим ту лестницу.
Здесь мы не гоним котел, уже здесь нужно выделить все технологические процессы. Я понимаю, что нас там критикуют, что нас уже критиковали по телевизору, что мы должны первое число сдать, а сдаем девятое. Вот я вам хочу сказать, что мы могли бы и первое сдать, но зачем? А потом там были суббота, воскресенье. Второго будем поделить. Ремонтировать. Да. Поэтому и здесь можно, но здесь нельзя. Поэтому здесь пусть лучше две недели позже, но должно быть, чтобы это все не ушло в море. Понимаете? Да, это вот вход к морю. Прямо вот и идут. Я думаю, что где-то месяц, да? Где нас, Саша? Что, через месяц зайдем где-то, да? Месяц. Кстати, уже думаю. Это все. Здесь есть проект пляжа. Вот видите, как вот здесь ушли, вон здесь сетка. Вот. 2 метра углубляться сюда. Вот как сетка идет. И так по всему. Никто не будет, никакой ни одной будки, нигде углубляться здесь. Пляжа, я всегда говорю, нас один пляж. Пляж, население будет расти, пляж увеличиваться не будет. Поэтому пляж никто занимать не будет. На пляже будут только загорать, плавать и так далее. А вот все благоустройство будет вот здесь углубляться. Кто хочет, как я говорю, в бизнесе, вот бить такие свои. Делать берегоукрепление. И делать такие вот. Ну вот это вам убираться. Так, пошли дальше. Сейчас. Я покажу вот этот бит отсюда. Ну нормально. Я думаю, да. Все, вот как было на картинке. Там при входе, да? Уже когда на картинке люди смотрели, говорит, да, Вадим, рисовали картинку, это не узенькие тропиночки, кустарники. Ну, такие, да. Кустарники. Потом мы с этого вот сделали центральный вход. Я один из тех, которые, так сказать, тоже. И насколько я рад сегодня все это видеть. Вот действительно, это очень огромный труд. Вот эту надо. Где у нас еще спуск к морю? Да, сейчас для коляски. У нас там уже потом мы делаем с этого резины. Да, чтобы инвалиды могли купаться в море. Есть такой. Мы тут сильно не умеем строить. Да. Ну трава вон есть. Ну тут будет, тут все. Да, тут оно. Делает еще напротив той лестницы. В этом уголе. А я же в кошарах начинал с дедушкой лопатой. Да, здесь были как-то. И вот здесь ступеньки, которые люди сами себе делали. Я думаю, что сейчас мы это дело, как бы, дело это закончим. И потом будем потихоньку устраивать. И здесь деревья, старые кусты. И с этой стороны тоже, наверное, будут розы. А где? Да, мы здесь, что у нас? Таким образом сделать. Вот здесь розарь. Правильно. И приживается. Нет, посмотрите, вот сейчас тут наверху. Мы сейчас поднимемся наверх. Наверху посмотрите, какие там красивые. Там все в розы. Самое надежное растение. Красиво. Надо правильно ухаживать, брызгать. Для... А то, что рою. Это все воду отводит, конечно. Видите, сколько вырыли, это все стояла вода. И теперь они засыпают щебнем, песком, чтобы дренаж. Вода, дренаж уходил в море. И вот это все делается только дренаж, чтобы это все берегло. Кипительные работы проводятся. Это проект укрепления лестницы, он не связан с тем проектом. Знаете, слушай, на руках, что мы даем, если мы эту лестницу, я думаю, 28-го хлопцы стараются, чтобы это 28-го.
Да. Вот отсюда будет прямо спускаться.
вопросы строители. Лоба, ребенок будет бежать, не увидит. Ну, не наш ребенок бежит, ребенок это лучше бежит. Сверху надо посмотреть, где техника бежит. Ну, понимаешь, мы по где существо, где существо, где мы все сделали. Почему нельзя таким образом смотреть все? Потому что большие дела. Ну хорошо, это же мы понимаем. Ну, надо подумать. Со временем, может, сделаем. Это водооткрытие, водосток. Чтобы принимал воду, водосток. Это водосток. Так, хорошо. Ну, мы решетки мы поделали. Где переходы, где вот... Правильно переживали. Вопросов нет. Так. По поводу суммы, два раза как минимум. Что? Что? Сколько все, всего затрачено? У нас вот есть начкина, не знаю, сколько. Владимиров. Она знает, сколько. 2 миллиона 800. Ну, со временем. Это только на благоустройство, да? Вот тут. Это другой проект. Это а пол эшелона будет гравия, потому что это все нужно отвод воды сделать. Потому что дренаж делать. Потому что здесь, когда вырывает, вот начали рыть, сваи забили, 12 свай, и вот так воды стоит, под почвенной воды. Чтобы это все не ушло, безусловно, здесь огромные работы. Это нужно сделать раз и навсегда. Чтобы были берега укреплены. Главное, не столько лестница, лестница это важно для людей, но нам важно сделать берега укреплены, чтобы не ушла эта набережная вся со временем когда-то в море. Поэтому там это отдельный. Специальные машины, специальные техники, буря там никак, там серьезная работа. 2-3 года может стоять, а потом в конце концов все разрушится. Сильные дожди могут пойти, но могут уйти потихоньку. Шторма какие здесь были. А какая фирма работает здесь? Это же серьезно. Выдобыть. Да. Это специализированная фирма должна иметь лицензию на берег укрепления. То не может быть каждый, кто хочет. Работает. Гидротехнические сооружения. Они с портом, с ТИСом работают. Фирма, которая имеет лицензию, не знает, как это делать. Ну все, друзья. Там, на том сцене будем торжественно, скажем так, торжественное открытие. Это сейчас мы открывали как строители, будем придумать, рассказывать. Концертная программа будет небольшая. Большой объект. Я знаю, что сегодня слышал по телевизору. Сегодня где-то в каком-то беседку и столы. Торжественно эти люди пришли со двора, столы накрывают, музыка, все открыли. Беседку и столы. Вот стол и скамей. Это событие для города. Поэтому мы тоже должны это сделать как достояние города. Так, все. Я хочу с вами еще переговорить. Хорошо. Так, все, спасибо. Можно еще вопрос у вас по поводу качества материала, который возведение колонн, фонтанов и так далее. Обеспечить качественные материалы. Делалось монолитно, заливалось отдельно, чтобы это было безопасно для людей. А, то есть дешевые материалы не используются, да? Алексей, если визуально, извините, перебью, просто вход сам, вот этот вот парадный фронтальный вход, он выглядит очень изящно. Как-то очень изящно. С комсом. Бурелом, там на метр выдержан. Все колонны выдерживались по срокам. В этом плане... Там термокаркас, ну это все рассчитано, сложно проект, все рассчитано. То есть в принципе должно достоять. Конечно. И зиму пережить. Обязательно. Я пойду.
Во-первых, сроки были, и хотелось, чтобы было красиво, чтобы полностью был выполнен проект, чтобы все работали по проекту. Оно действительно, даже деревья, которые мы высаживали, конники, по количеству, все по проекту. Как было на рисунке, как была какая визуализация, все практически выдержано. Сегодня мы приняли работу от строителей. Поверьте, что я ее принял еще вчера, позавчера, и каждый объект принимал отдельно. Лично я и с начальником УКС, и специалистами. А сегодня работники исполкома увидели, что... Может, я что-то не все увидел, может, где-то есть какие-то замечания. Кто-то что-то может подсказать. Ну, то есть нормально. Свежий глаз, свежие какие-то впечатления. Нормально для того, чтобы какие-то исправить ошибки. Это не значит, что мы вот сегодня сдали и больше к этому прикасаться не будем. Нет, мы будем работать, я думаю, и год, и два, и три. Благоустройство пляжно-парковое ежегодно. Будем дополнительно делать проекты, будем смотреть, люди подскажут, где нужно детскую площадку, где нужно ездить для велосипедистов. Поэтому для прогулок, просто для пешеходов. Деревья будем высаживать такие, которые будут приживаться здесь, работают специалисты сегодня в Южном и работали. Поэтому вот эту аллею, где мы сейчас находимся, вот это уже как бы прижилось, и розы здесь. И сейчас мы будем высаживать розы внизу, непосредственно на набережной. Будем делать лестницы к морю, берегоукрепления. Это наша территория постоянно благоустраивается. Я думаю, что это будет летом центром для... Ну, а летом для отдыхающих. Расскажите подробнее, почему вот конкретно две лестницы, да, почему с задержкой, как бы вроде... Это я подчеркиваю, для того, что когда нас критикуют, проект пляжно-парковой зоны, парка, благоустройство, это один проект, а берегоукрепление, это совсем другой проект. Они друг с другом как бы не увязаны, это разные проекты, потому что лестницы, это... В первую очередь, чтобы не было сувов, чтобы не ушла эта вся набережная в море. Поэтому это очень серьезные технологические вопросы. Это серьезный проект. Здесь работают специалисты, которые имеют лицензию по работе с берегоукреплением. И в порту Южном, и в других, скажем, серьезных. Им сроки не говорил каждый день, что должно быть сделано в течение дня, в течение недели и так дальше. Здесь должно быть, вот как положено там вырыть эту траншею и 10 вагонов щебня засыпать, чтобы был, скажем так, дренаж. И 12 ялов пояс подпочвенный вырыть. Ну, вывести эту воду. И сегодня не то, что придумали, спроектировали так, чтобы эта вода уходила в море. И вы же понимаете, что под песком вода циркулирует. Поэтому там могут разобраться только специалисты. Не торопимся. Я думаю, что мы планируем через в течение 2-3 недель, может даже месяц, может меньше, сдадим им вторую лестницу. Потому что мы ее обязательно построим. Назад дороги уже нет. Пожалуйста. Можете перечислить объекты, которые появились в этом году? Их много. Я... Ну, это фонтан. Ну, вот здесь, да, вот да, это? Пляжно-парковый. Ну, пляжно-парковой зоне. Ну, пляжно-парковой зоне это центральный вход. Там практически все. И аллея, и освещение, и скамейки, и беседки, и фонтан. Там с нуля было. Еще с которой и следа не осталось. Это все, что сегодня там, это все построено с нуля в этом году. С нуля, с виски. Есть такая информация, что высажено более 6000. Еще не высажено. 6000 цветов однолетников. Однолетник это маленький цветок, 6000. Должны высадить до 28 числа. Я думаю, что они за 2-3 дня высадят, но будут поливать и ухаживать. А с осени... когда цветут однолетники, будут высаживаться розы, и вот видите, целый розарий будет и вокруг фонтана, и вдоль всей аллеи. И с хвойника. Полив там сделан, полив.
Лим. Сегодня всей парковой заесть, такого никогда не было. В чем у нас были проблемы с деревьями и так далее? Потому что этот парк полил. И на той аллее мы сделали полив, и на этой аллее мы сделали полив. Канализацию. Не думали, что мы сумеем сделать и канализацию. Вода, канализация, свет. План будет работать уже с открытия 28-го? Да, сегодня это был пробный. Мы его сегодня запустили, посмотрели, как он работает. Там свет, фонтан. И на выходные фотографируются люди уже. Фотосессии делают. Может, на выходные и включим и до 28-го. И проблема безопасности. Проблема безопасности. Сегодня есть структура. Подразделение до склада там, где был каток. Вот все абсолютно будет заниматься структурой. Есть службы, есть царя, есть люди, кто будет смотреть за фонтан. Другие, ну как бы и туалет там новый, ват туалета даже будет новый. Поэтому служба будет отвечать. Работы по видеонаблюдению. Ну и милиция будет здесь подключаться. Конечно же, хотелось бы обратиться ко всем нашим жителям, чтобы бережно относились к тому, что есть. Я никогда не просил нашу молодежь что-то делать самим. Но я очень прошу всех, не уничтожайте то, что есть. Потому что мы еще не сдали, а уже по скамейке повыцарапывали, уже урны поломали и так дальше. Поэтому я боюсь, что до 28 числа тут нужно, наверное, ставить серьезную охрану милиции, потому что нечего сдавать будет 28 числа. И мне сложно понять психологию людей, почему они так делают, чем это вызвано. Или человек получает от этого удовольствие, получить удовольствие, когда за зиму 20 урн кинули в море. Ну, это что? Это в экстазе каком-то? Или как наркоман получил от этого удовольствие, да? Кинуть в море. Это не приехали люди с Коминтерна с Одессы. Это жители нашего города. А потом ведем гостей, я вот слышу, и люди все, ой, спасибо, вот хорошо. Но нам есть гостям что показать. Вот к нам приехали с России, к нам приехали оттуда. Все показываем. Днем показываем, вечер ломаем. Понимаете? Вот что это. Спасибо. Вы сегодня всего в основном общались с Владимиром Яковлевичем Дребноходом. А, ну он как... Это... Владимир Яковлевич Лиманский, он строил больницу, он в строительстве, понимает. Владимир Яковлевич очень много занимались вопросами инфраструктуры по городу, это и площадь, это и возле Дворца культуры, и благоустройство. Его мнение, чтобы не высказать свое мнение. Для вас принципиально было, чтобы это было не хуже, чем делает завод? А, конечно, обязательно. Мы стремимся к тому заводу. Должны конкурировать, это нормально, это абсолютно нормально. Так должно быть. В некоторых вопросах ничего не уступаем заводу. И будем так стремиться. Для нас есть завод сегодня эталон. Вот мы тянемся к заводу и... Спасибо. Мы будем завершать нашу прямую трансляцию. Если были перерывы в нашей связи сегодня, то прошу простить нестабильную связь. В общем, сегодня прошла такая презентация, можно сказать, сдача части объекта в эксплуатацию. И 28 июня ожидается полномасштабная презентация этого проекта, уже завершенной его версии, открытие, после которого уже будет работать полноценно фонтан, и можно будет приходить и наслаждаться видами новой нашей набережной. Мы материалы на сайте Репорт.